Бараны. Берем картошку. Кладем ее в резервуар машины. Подключаем воду. Набор может быть небольшим. Задаем время. Включаем машину. Достаем картошку из резервуара. Хочется отметить, что на все 100% картошка очищена не будет. Она будет очищена на процентов 90. Поэтому следует пользоваться ножом. Также второй момент, очень важный. Машина должна быть подключена к канализации. Все.